Друзья, приветствую! С вами Дударев Денис, директор ивент-агентства Double D Project. И сегодня у нас одна из лучших вечеринок, а также обзор одной из топовых локаций на острове Пхукет, где вы можете отметить день рождения до 50 человек. Итак, пойдемте, я вам покажу. Основные плюсы этой площадки. Во-первых, огромная парковка. 20-30 машин мы можем разместить здесь без проблем. Заходим, проходим дальше. Одна из зон, где мы можем разместить еще дополнительное количество гостей. То есть, в общем, порядка 200 человек может быть на этой локации. Но так как у нас сегодня Private VIP, то проходим дальше. Итак, вот наш VIP-вход для наших гостей. Если там мероприятия проходят у других клиентов, то здесь VIP-вход именно для ваших. Мы украсили эту зону факелами, которые мы зажжем сегодня вечером. Факела всегда добавляют уют и приятную домашнюю обстановку. Проходим дальше. Вот такая красивая локация, которую мы украсили с помощью наших RGB-шаров, RGB-парледов, с помощью наших RGB-столов. Здесь мы расставили подушки, здесь мы поставили диванчики. То есть это у нас будет VIP-лаунж-зона для наших клиентов, где они могут покурить кальян или отдохнуть. Также здесь у нас представлен наш портативный бар, с помощью которого мы можем разместить здесь бармена, либо же кальянщика, который обслуживает только ваших гостей. Проходим дальше. Здесь у нас 3D-фотозона, которая может быть золотого, серебряного и розового цвета. Также мы можем написать любые буквы поздравления, имя именинника. И теперь основной зал. Здесь у нас основной зал на 50 посадочных мест с кондиционером. Посмотрите, какая красота. Тут у нас диджей, звуковая система. Также можно разместить бэнд, либо же поставить дополнительный телевизор для ведущего, чтобы проводить конкурсы. И после у нас будет банкет, фуршет на 50 плюс человек. Также зона с отдельным барменом, отдельным входом и отдельной туалетной зоной. В общем, это лучшие VIP-вечеринки на Пхукете Double D Project. Кстати, чуть не забыл. Сейчас я вам покажу, как все это выглядит вечером. Раз, два, три.